Добрый день, с вами Ольга Канунникова. И сегодня мы будем делать кошелек из кожи и бархата. Кожа у меня искусственная. Это кожа двойная. Состоит из двух частей. Обратная сторона хлопок. Лицевая сторона это вот такой красивый кофе с молоком. Вот такой кусочек бархата. Очень дорогая кожа. Она и называется Rich Silver. Очень интересный бархат. Он также применяется для отделки мебели. Видите, какой прям такой вот переливающийся. Тоже как кофе с молоком, только вот как будто бы это металлический отблеск. Очень красивая ткань. Будем использовать два квадрата. И будем использовать необычную технику. Это, так сказать, оригами, только будет у нас из искусственной кожи и из бархата. Нам нужно два квадрата шириной 25 сантиметров. Вот у меня как раз линейка 25 и 25. Нам понадобится еще замочек молочного цвета, даже немножко бежеватый. Вам все строчить на машинке. Машинка у меня жена Мэй, она достаточно неплохо работает с кожей. Наша задача прострочить полностью все, весь квадрат. Вот складываем его лицо к лицу и прострачиваем полностью весь квадрат. Ну, оставить можно какой-то кусочек непростроченный, чтобы потом это все вывернуть. И потом продолжим нашу работу. Ну, вот так выглядит наша основа для кошелька после того, как мы ее прошили. Мы ее прошили, вывернули. Там то место, через которое прошили, я смазала клеем, подвернула. Проклеила и все аккуратненько прогладила утюгом. И шва практически здесь не видно. Также подготовила еще и молнию. Молнию размером 17 на 5. Ее подшила, как бы спрятала. Кончики зашила вот такими тоненькими полосочками кожи, а с одной стороны еще приделала вот такую полоску, которую буду использовать вот для того, чтобы этот кошелек можно было взять вот так вот в руки. Теперь смотрите, как я эту полоску, как держатель для рук, я пришила. Я пришила один кончик с левой стороны, один кончик с правой стороны. И так, чтобы у нас эта петелька смотрела вверх, вот как бы вот так лежала вертикально по сравнению с нашей молнией. Вот. Теперь смотрите, наш вот квадрат, он в готовом виде у меня получился 24 на 24. Мы его будем использовать вот так вот поперек. Сначала мы должны пришить нашу молнию. Берем и вот так на одинаковом расстоянии подкладываем. Смотрим, как наша молния будет лежать. Она у нас будет, так как это вот как бы у нас внутренняя часть, у нас молния будет пришиваться вот так. Поэтому вот приложили вот так, чтобы вот хвостик также выходил за пределы здесь вот уголочка. Здесь прям по самому уголочку, видите? Вот центр. Теперь убираем, вот распрямляем. И вот эти места иголочками, булавочками фиксируем с одной стороны и с другой стороны. Нужно взять еще и по центру. Нам нужно прошить, вот отступить здесь и прошить вот примерно здесь. Начало с одной стороны. Теперь смотрите, как это будет выглядеть с другой стороны. То есть с одной стороны мы с вами как бы считаем, что прошили. Накладываем вторую сторону и смотрим, как у нас ляжет с другой стороны наша молния. Я вот краешек держу вот так. Вот таким образом он у меня будет еще пришиваться с другой стороны. То есть сначала мы пришиваем с одной стороны, а потом уже, как только она будет хорошо прошита, мы будем заниматься вторую сторону. То есть сейчас нам нужно взять и прошить вот эту сторону нашей швейной машины. Итак, мы прошили с одной стороны нашу молнию.
Вот она мне так выглядит с изнанки, так она мне выглядит с лица. Вот, линия. Теперь нам нужно подшить вторую часть к вот этой стороне. Для этого мы берем замочек, вот так раздвигаем и накладываем на верхушку второй стороны. Она у нас будет согнута вот так. Прикладываем. Вот. Примерно вот так. Берем иголочки и намечаем, как мы будем все подшивать. С одной стороны. Теперь уголок один и второй. Теперь мы должны прострочить с другой стороны нашу молнию. Итак, мы вторую сторону прошили. Теперь аккуратненько снимаем булавочки. Закрываем. Вот таким образом все прикрыли. И теперь нам нужно аккуратненько прошить. Смотрите. Вот, оставив вот здесь вот хвостик, прошить от этой стороны до этой стороны. Вот так делаем шов. И с другой стороны. Вот. Немножко отступаем, так же вот как вот здесь, где-то миллиметров 7-8, и вот так вот прострочиваем, делаем два шва, один и второй. Итак, молния у нас подшита, швы мы прострочили после этого. И теперь вот оставшиеся здесь, видите, получились вот такие кармашки. Мы их берем вот так вот и выворачиваем с одной стороны и с другой стороны. Вот что получается. Здесь наша ручка, за которой мы держим кошелек. Кошелек будет примерно выглядеть вот так. Практически готов. С одной стороны и с другой стороны. Просто сейчас надо все аккуратненько его сложить. А здесь можно тоже скрепить. Здесь можно какую-нибудь декоративную пуговичку красивую пришить. Все это можно отпарить. И в принципе кошелек будет готов. Он не такой глубокий, как нам, может быть, хотелось бы, но тем не менее достаточно хорош. Вот так выглядит наш кошелек. Он еще немножко не доделан, но принцип работы я вам показала, и он просто получается необычный. Таким образом, можно вот взять такую идейку из оригами и сделать для себя тоже интересный кошелек. Итак, хочу показать, что у меня получается. Вот такой интересный кошелечек. Даже я бы сказала, что это не кошелечек, а больше клатч получился. Посмотрите, как он сейчас у меня выглядит. Я его сделала полностью бархатным. И вот эти вот места, которые у меня были под кожу, то есть как бы это вот ту сторону, которую мы выбирали лицевую, мне она не очень понравилась. И я сделала в промежутках из того же бархата вот такие вставочки, жатку. И немножко декорировала, и получился очень интересный такой кошелек, даже клатч. И он получился намного интереснее, и мне очень-очень нравится. Итак, я вам сейчас покажу. Вот это одна сторона его, а вот вторая. Посмотрите. Видите, я специально открыла, пока вот не показывала вам, как это было до того. То есть до того у меня как бы выглядывала вот эта вот кожа. Показалось, что под таким изумительно красивым бархатом вот эта кожа
не очень хорошо смотрится. Смотрите, жатка, насколько интереснее смотрится. А каким образом я делала? Очень просто. Использовала обычный клей-момент, естественно, ножницы, а вот какие-нибудь вот такие вот иголочки, или ну, для того, чтобы сделать саму жатку, или палочки. И нам, естественно, понадобится кусочек бархата. Вот нам нужно закрыть вот эту часть. Вот эту часть. Для этого мы, смотрите, вот выбираем кусочек бархата. И не обязательно, чтобы прям прямой кусочек. Пусть, вот смотрите, вот с припуском. Где-то вот так берем. И я изначально вырезаю не прямой кусок, и даже он хорошо будет, если он часть его выпадает как бы по косой. Берем кусочек бархата, вот он у меня насколько больше, да, видите. Берем клей, я как вот эту сторону делала, я полностью отворачивала вот этот уголок, и здесь вот делала жатку полоску, здесь жатку, и потом края вот этого на края уголка треугольник, а потом подшивала. Подшивала просто здесь вот их, его хорошо смазала клеем с изнанки и просто вот так вот подклеила. Берем клей и промазываем очень хорошо вот то место, и даже припуски, даже больше клеем. Все, больше нам ничего не надо. Клей закрываем. Берем кусочек бархата. И вот здесь прям с самого конечка уложить хорошо. И сделать маленькие складочки. Вот, чуть-чуть складочками туда вкладываем. И нам в этом очень хорошо поможет. Могут вот такие вот какие-нибудь палочки. В данном случае у меня вот шило, и я прям вкладываю туда мой бархат вовнутрь. Делаю еще складочки такие, чтобы они были, выходили в разные стороны. То есть поверхность должна быть не ровненькая, а не однородная, вступающая. Ткань двойная у бархата. Поэтому здесь немножко посложнее. Здесь надо подождать, чтобы вот уложилось так, как вам надо. И опять же, вот эти складочки можно делать и сверху вниз, и снизу как-то даже вот немножко закручивать их. Никакой симметрии быть не должно. И вот укладывайте до тех пор, пока это возможно, пока это позволяет вам клей. Все это не так просто, не так быстро, как если бы это была натуральная кожа. С натуральной кожей делается это намного быстрее, могу сказать. Но здесь это будет покрасивее, чем натуральная кожа, сразу скажу. Так как ткань двойная, ткань очень толстая, то надо просто здесь больше времени, больше кончики обязательно закладываем вовнутрь. Хорошо. Вот этот вот кусочек у меня вот здесь отсюда лишний остался. Я его как бы вот отсюда завернула сюда. Опять же, вот как могла, сделала складочки. Теперь мне нужно закрыть вот этот вот край. Для этого я беру клей. Теперь уже клей буду наклеивать не только сюда, но и на сам бархат. Для чего это я делаю? Для того, чтобы кончик бархата у меня хорошо приклеился. И спрятать его хорошенько. Если надо, в принципе, его можно обстричь лишнее. Но я считаю, что вот этот хвостик надо заправить вот сюда. Просто туда заправить, и все. Он нам не мешал. И он оттуда, вот он подсохнет, клей, и все, и оттуда он не выйдет. Больше лучше закрепится, если я его где-нибудь вот в этом месте, допустим, обстригла бы. Вот что у меня получается. Очень красиво. Это необычно, это вот уже теперь точно, наверное, не кошелек все-таки. Это больше клатч. Ну, опять же, он очень маленький внутри, но в него как театральная сумочка, кстати, тоже очень подходит. Сюда входят, например, очки. Очки, ключи. Вот. И вот для этих целей, или вот просто мелочь какая-то, куда-то там буквально вот съездить, не за покупками, конечно. Вот. И вот таким образом еще несколько раз
можно тут вот немножко подработать. Но что у нас получается? Теперь как нам это все окончательно выворачиваем краешки, накладываем клей аккуратно, чтобы клея не было видно. Берем уголочки и подклеиваем. Видите, тут у меня еще как бы не высохло, поэтому вот эта жабка, ее можно прям повернуть на обратную сторону, чем-нибудь тяжелым придавить, дать возможность ей хорошенечко подсохнуть. Так, теперь берем с этой стороны, разворачиваем, проклеиваем все клеем. Размазываем клей прям по уголочкам и аккуратно накладываем на нашу жатку. Вот что получается. Потом в самом конце мы берем еще вот такие бусины квадратные, берем и подклеиваем там, где хотим. Я это делала вот так. Можно что-то поинтереснее найти. Я их как бы вот таким образом. Сейчас у меня клатч еще как бы не готов. Его нужно, как я вам говорила, еще немножко поработать с ним, подсушить, дать возможность ему полежать, чтобы все хорошенечко подклеилось. И потом все-таки я возьму нитку с иголкой и тихонечко вот невидимым швом пройтись надо еще по краешкам центрального треугольничка и внешних треугольничков с одной стороны и с другой стороны. И тогда у нас полностью наш клатч будет готов. Спасибо за внимание. С вами была Ольга Канунникова.